Здравствуйте! Я предлагаю комплекс заданий и упражнений для детей для занятий дома на тему «Весна». Для начала отгадаем загадку. Выучим стихотворение про весну. Здесь задание нужно перечислить все признаки весны, которые изображены на картинке. Повторяю все признаки весны. А теперь вспомним месяцы весны и какая погода в каждом месяце. После проведем игру с ребенком. Определи по картинке, где какой месяц изображен. Вот очень интересная игра. Нелепица. Художник что-то напутал. Нужно найти все-все нелепые картинки вместе с ребенком. А вот солнышко. Расскажите о нашем солнышке, и оно засияет еще ярче. Загадки про весенние цветы. Подснежник. Нарцисс. Ландыш. Тюльпан. А сейчас мы с вами поиграем в игру. Почки, листочки, цветочки. Когда я скажу почки, показываем кулачки, листочки, пальчики вместе, цветочки, пальчики в стороны. Итак, повторяем. Почки, листочки, цветочки, листочки, почки, цветочки, листочки, почки, листочки, цветочки, почки. Молодцы, вы справились с заданием. А я вам рекомендую выполнить все задания, которые я предлагаю в своей презентации. Она размещена на вашем сайте. Спасибо за внимание.